У меня для тебя радостная новость. Какая, мама? У нас появился первый. Ну давай, говори. Первый? В мире. У нас появился. Ну? У нас появился. Ну? Хейтер. Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня, Чихуа София и Чихуахуа Эйвен, ее брат. И сегодня наше видео посвящается очень необычной теме. Вообще, обычно мы не снимаем такие видео. Но в этот раз мы просто не могли обойти эту тему стороной, потому что у нас на канале 50 тысяч подписчиков! Дети испугались. Наш первый хейтер говорит, мягко говоря, чтобы мы лучше не снимали больше никогда видео, потому что у нас никогда не будет больше 100 подписчиков. Я тоже ему не верю. Давай напишем ему... Спасибо! Хейтера зовут Коля 2717. Последний подписчик. Коля 2717. В общем, на нашем канале 50 тысяч подписчиков. Мы очень этому рады и благодарны каждому подписчику, который подписался на наш канал, потому что именно для вас мы делаем наши видео. Когда мы начинали свой канал, мы не знали вообще даже, о чем мы еще будем снимать. То есть у нас были какие-то примерные планы. Тогда еще в группе у Софии ВКонтакте было, наверное, человек 100 подписчиков, и то они были моими друзьями. А на Ютубе у нас вообще не было ни одного подписчика, когда-то было и такое, да. На нашем канале 1 подписчик! Прекрасный день, мы залили свое первое видео на YouTube. Наш самодельный рэп про куриц. Это первое видео. Каких-то куриц снимают для самого Мерседес. Про нас по инету ходят одни приколы. Ну чем мы плохи, у нас 4 ноги. Может мы не подходим по весу. Или мы че, не такого какого-то пола. Да, мы так не умеем. У нас нормально шевелится шея. Но мы тоже хотим появиться в эфире. Хотя бы в рекламе Икеи. Тогда еще Эйвена не было видео, ну, точнее он был у нас, но его еще не было в видео, и он еще далеко-далеко еще не появлялся в этих видео, разве что только в самом конце, с каким-нибудь приколом. Кстати, эта фишка у нас на канале, в каждом видео так и осталась. Так что всегда досматривайте видео до конца, потому что в конце Эйвен обязательно что-нибудь ляпнет. Значит, мне не грозит все это, в отличие от тебя, я же не толстый. Но ты, конечно, не такая толстая, как эти собаки. Знаешь что, Эйвен? Ну ладно, прости, я же твой брат, я не должен был так говорить. Я имел в виду, что ты пухленький. Сам ты пухленький, я на тебя обиделась. В смысле, я имел в виду, что это тебя это не портит. Ой, как бы. Мы никогда не мечтали о каком-то славе на Ютубе. Конечно. И никогда не думали о том, что у нас будет много подписчиков. Конечно. Конечно же, мы хотим, чтобы у нас было еще больше подписчиков и еще больше комментариев и лайков на видео. Но не было никогда изначально такой цели. Конечно. Когда мы сняли первые видео, когда выгрузили их на канал, тогда мы толком не представляли вообще, что такое YouTube. Ура, у нас уже 25 подписчиков и целых 30 просмотров у видео, а еще целых 5 комментариев. Блин, я поздравляю вас, ребята! То есть многие блогеры, они становятся блогерами, потому что насмотрелись на других блогеров. А мы не смотрели на каких блогеров, мы просто решили выгрузить видео и посмотреть, что будет. И только потом мы решили, что надо снимать больше интересных видео, давать какую-то полезную информацию, какие-то шутки показывать. И вот тогда мы уже начали какую-то серию роликов. Но у нас нет никакой истории YouTube. Мы не строили каких-то дальнеидущих планов. Конечно. И даже не думали о том, что когда-нибудь мы будем снимать видео про 50 тысяч подписчиков. Конечно. Но вот сегодня мы и снимаем такое видео про 50 тысяч подписчиков на нашем канале. Обновляем страницу. Один просмотр! 5 просмотров! София, у нас 5 просмотров! О, боже, мам! Наша история еще началась с того, что у нас были ролики сначала просто клипы с Софией, где она не говорила и никто не говорил, и меня вообще не было. Потом мы решили, что пусть София рассказывает какие-нибудь полезные советы дает. И тогда мы начали снимать Софию, и уже пошли ролики именно от Софии.
А после этого Эйвен стал появляться в конце каждого видео, и люди стали писать: «Пожалуйста, снимите что-нибудь еще про Эйвена!» И мы стали снимать и Эйвена, и появились и Эйвен, и Софи. Понятно. Ну а после этого, уже когда были и Эйвен, и Софи, и уже было достаточно много видео, может быть, даже после 30 с лишним тысяч подписчиков, появилась я, дугмама этих прекрасных собак. У нас целый один комментарий под видео. Сейчас посмотрим. Я первая. Вообще, это очень классно, на самом деле, что есть YouTube и есть возможность поделиться своими знаниями, своим опытом с людьми, с другими, потому что многие просто думают, многие пишут на YouTube, что в комментариях к нашим видео, что вот, Аня, ты столько знаешь. Да я не знаю больше, чем вы, может быть, чуть больше. То есть все это произошло с опытом моих первых собак. Я всему научилась сама, и вы точно так же можете научиться сами, поэтому смотрите наши видео, да. Ну, а еще прикольно вспоминать, как что-нибудь было. Софи, когда у нас будет хотя бы 1000 подписчиков? Софи, когда у нас будет 10 тысяч подписчиков? Софи, когда у нас будет уже 25 тысяч подписчиков? Когда у нас уже будет 50 тысяч подписчиков? Ладно. Кстати, скоро на нашем канале появится еще очень интересное видео. Это будет новость. В общем, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы есть у нас, за наши 50 тысяч подписчиков. Спасибо вам за то, что вообще вы есть у нас, за ваши теплые слова, за ваши письма, за ваши комментарии, за ваши арты, за то, что вы ставите лайки, а не дизлайки. Спасибо вам большое. Будьте с нами, оставайтесь с нами, приводите своих друзей, пусть нас будет еще больше. И будет вам счастье! Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх! Удачи! Пока-пока! Оказалось, мне изменяет память, и первое видео на нашем канале это был наш куриный рэп, точнее, рэп про куриц. Чё ты, блин? Оказалось, мне изменяет память, и на самом... А, Софи, ты жжёшь! Эйвен, мама не знает, что сказать, подскажи! Я сплю, Софи. Ладно, давайте все будем молчать. Софи, когда у нас будет 100 тысяч подписчиков? Я простой парень из простого района. Я даже не гей, я без автомобиля. Почему мне тогда такому простому в Сочи поехать не разрешили? Я из отрадного, комнатка 2 на 3, мама жарит яйца, у меня горит внутри, меня ничего не радует, я так хочу увидеть эту гребаную олимпиаду. Я работал, купил билеты, много экономил, даже на котлеты.